В этом году аптечная сеть «Фармленд» отмечает 20-летие. Все началось в 1997 с одной аптеки в Мелеузе. А сегодня сеть насчитывает 964 аптеки в Башкортостане и еще 6 российских регионах. В их числе республики Татарстан и Удмуртия, а также Свердловская, Тюменская, Челябинская и Оренбургская области. По Российской Федерации мы на 8-м месте среди всех аптечных сетей, что достаточно, я считаю, большое достижение и для нас, и в нашем лице для нашей республики. Рынок, конечно, очень сложный, и маржинальность сейчас снижается. Но, тем не менее, благодаря нашему очень профессиональному, дружному коллективу, мы стараемся и достигаем определенных успехов. Серию юбилейных торжеств открыла конференция в отеле «Шератон Уфа». Здесь собрались сотрудники аптечной сети, а также многочисленные друзья и партнеры компании. Наш фармацевтический факультет самый мощный среди факультетов по выпуску провизоров в Российской Федерации. Аптечная сеть «Фармленд» – это один из основных заказчиков наших выпускников. «Фармленд» устанавливает для них именные стипендии, тем самым развивая и профориентируя наших студентов. Ежедневно в 7 регионах страны в аптеках «Фармленд» совершается более 150 тысяч покупок. На сегодняшний день выдано свыше 3 миллионов дисконтных карт. Я считаю, что наша аптечная сеть за 20 лет своего существования по праву называется одной из лучших аптечных сетей России, потому что у нас самая гибкая система лояльности. Единственное, мы в стране проводим такое количество розыгрыш и стараемся будничную покупку в аптеке превратить в праздник. В «Фармленде» любят каждого клиента и ценят каждого сотрудника. Деловая программа конференции завершилась награждением самых лучших представителей компании, многие из которых верны «Фармленду» уже более 15 лет.